кто в ответе за весь этот кошмар? Она совершала преступление против жителей Аугсбурга, а также вступила в сговор с порождениями сатаны. Я обвиняю эту лукавую женщину в колдовстве и черной магии. Взгляните в глаза этого демона. Гори в аду. Беринджер, это все еще мой город. Послушайте меня. Я ваш мэр. И очень хорошо знаю, что многие из вас потеряли родных и близких из-за козни ведьмы. Но мы не можем просто сжечь эту женщину. Сначала нам нужны доказательства. Мы не можем просто взять и без суда. Любую ведьму видно с первого взгляда. Они крадутся в ночи и заключают сделку с дьяволом! Эта женщина будет сожжена! Отпусти девчонку, или твои мозги, шериф, разлетятся по всему этому захолустью. Пошел. Живо, давай. Иди туда. Проверь ее. Твое имя. Как тебя зовут? Мина. Не бойся. Когда женщина занимается колдовством, это невозможно скрыть. Появляется мерзкая гниль. Она возникает на зубах, на коже, на глазах. Это не ведьма. Она чиста. Я уверена, что шериф просто пытался защитить вас, добрые люди. Ваш мэр сделал одну очень мудрую вещь. Он нанял нас. Меня зовут Гретель, а это мой брат Ганзен. Мы знаем, что многие из ваших детей пропали. Но убив невинную женщину, вы не вернете их. Убирайтесь отсюда! Да! Вы нам здесь не нужны! Мы не потерпим зла в Аугсбурге! Зло по-прежнему рядом, хотите вы того или нет. И если ваши дети еще живы, мы найдем их. Но если кто-то тронет эту женщину, он будет иметь дело со мной. Идите домой! Живо! Ну что ж, вы можете идти. Спасибо. Ганзель. Не за что.